Здравствуйте, дорогие друзья! Здравствуйте! У нас теперь каждый день, наверное, будет выходить видео, потому что приходят такие интересные люди, приезжают опять издалека. Сегодня у нас Екатеринбург, и в гостях Сергей Матвеев. Это один из братьев Матвеевых, известных в Екатеринбурге. Вот можете зайти на YouTube, посмотреть, как они там прекрасно поют. Но Сергей — это старший брат. Да-да-да. Вот у нас. Вот сегодня мы уже целый день тут играем, поем. Ну, наконец-то выбрали, определились с баяном. Вот он уже там стоит запакованный, это Роланд, электронный. Но он нужен для работы, да, прежде всего. Да, да. Ну, Сергей пересмотрел все инструменты, вот ему полюбился еще вот этот вот академа. Вот. Ну, я не могу его отпустить без песни, да? Потому что Сергей закончил Гнесинку у замечательного преподавателя Нины Мешко. Это великая артистка и педагог, которая... многих воспитал народных вокалистов, правильно я говорю? Да? Вот. Ну и Сергей еще играет на баяне. Вот. Но он признается, что на баяне он любитель, а в вокале профессионал. Да. Сергей, тут добавить уже нечего, да? Ну, песня от вас и пожелания наилучшие нашим YouTube-интернет-зрителям. Спасибо. Да. Но прежде чем пожелания скажу, давайте я спою песню о философии нашей жизни. Все деревья в снегу, все деревья в пуху, этот тополь принес теплым летом пургу. Но недолго совсем тем снежинкам летать, отцветут тополя, все вернется опять. И не надо жалеть, и не надо грустить, и на будущий год тополь будет цвести. Так же будет кружить белым пухом метель и под ноги стелить пуховую постель. И как прежде вокруг будут петь соловьи и кукушки в лесу куковать. Ойте, птахи мои, ойте, песни свои, а я стану вам их подпевать. Ойте, птахи мои, ойте, песни свои, а я стану вам их подпевать. Так и в жизни людей происходит всегда, словно пух с тополей облетают года. Все в природе живет по законам своим, что пришло, то уйдет, что возьмем, отдадим. Но как прежде вокруг будут петь соловьи и кукушки в лесу куковать. Пойте, птахи мои, пойте песни свои, а я стану вам их подпевать. Пойте, птахи мои, пойте песни свои, а я стану вам их подпевать. И пускай мы на свете не вечно живем, после нас будут дети и внуки потом, и для них будет так же вертеться земля, и ронять белый пух будут их тополя. И как прежде вокруг будут петь соловьи и кукушки в лесу куковать. Пойте, птахи мои, пойте песни свои, а я стану вам их подпевать. Пойте, птахи мои, пойте песни свои, а я стану вам их подпевать. Пожелание какое, дорогие друзья? Все, кто любит русскую песню, баянисты, гармонисты, надо по возможности передать наше наследие нашим детям.
Вот. Занимайтесь больше с детьми, покупайте им гармошки. Вот сегодня женщина одна приезжала из Воронежской области. Говорит, у меня внук так хочет играть, а бабушка еще больше хочет. Вот скопила специально денег, приехала, куплю внуку гармонь. Пусть поет, пусть играет, пусть живет Россия. Давайте, дорогие друзья, хранить нашу культуру, песенное творчество. Ну, а баянисты, аккордеонисты, всегда Россия этими людьми славилась. Вот мои пожелания вам, дорогие друзья.